В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! Наша сегодняшняя гостья с самого раннего детства занимается необычным для девушек видом спорта. Она чемпионка мира, Европы и России по армрестлингу и даже стала мастером спорта. На сегодняшний день, несмотря на другую сферу деятельности, она продолжает свои тренировки. О пользе спорта и техниках армрестлинга в эти минуты спортсменка Белла Бачаева расскажет моей соведущей Белле Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Белла. Доброе утро. Благодарю тебя за то, что ты пришла к нам в гости. Ты давно к нам не приходила на программу. Работаешь, тебе некогда. Но я-то помню тебя маленькой девочкой, которая, можно сказать, взорвала Карачаево-Черкесию. Взорвала тем, что ты одна из самых первых девочек, кто занимался профессионально армрестлингом. Я хочу сказать нашим зрителям о том, что ты чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка России. Ну, в общем, все титулы у тебя. Скажи, пожалуйста, сейчас, работая в другой сфере, у тебя другая деятельность, ты продолжаешь тренировки? Я продолжаю тренироваться. Тренируюсь в спортивно-оздоровительном центре «Ритц Парк». В свободное от работы время. Но не всегда у меня бывает свободное время, но я стараюсь находить его. Когда мы хотим, мы находим время. Белла, скажи, зачем девочке армспорт? Для чего он нужен? Ну, думаю, прежде всего для того, чтобы воспитать в себе силу воли, для дисциплины, быть в прекрасной физической форме. Но не только быть в прекрасной физической форме, еще быть именитым спортсменом не только здесь, на территории нашей республики, но и за ее пределами. А к тебе девочки подходят за помощью, там, чтобы ты показала им что-то? Но не только девочки, но девочек, к сожалению, очень мало у нас в республике, которые занимаются этим видом спорта. Буквально одна девочка, две. А вот чаще всего в основном подходят ребята для того, чтобы я им показала технику, как правильно тренироваться, какие упражнения нужно делать для того, чтобы прийти к поставленной цели быстрее. Скажи, пожалуйста, ты их побеждаешь? У тебя же руки сильные. Ну, часто такое бывает, да, что мы начинаем бороться во время того, когда я показываю технику, как бороться. Стили же борьбы, они бывают разные, и вот в процессе этого у меня невольно одерживаешь победу. Получается, что я, да. Белла, скажи, пожалуйста, в армспорте, армрестлинге, что главное, техника или физическая подготовка? Вы знаете, я не могу сказать, что что-то одно главное. Все это вместе, то есть в комплексе, дает нам победу. Ну что же, Белла, я тебя еще раз благодарю за участие в нашей программе. Я желаю тебе дальнейших успехов, дальнейших побед. И обучай побольше людей этому мастерству своему. Спасибо тебе. И вам спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке. Затем также программы «Карачаевская редакция». В 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.